Так, ну что? Сидим в лобби. В лобби ожидаем. Ластлот от Бальтазара. Будут игры с Бальтазаром. Решил записать гайд. Вот тут смотрю, Бальта в сети написал. Бальта не против, чтоб я зашел. Не знаю, может что-то. Может что-то поменялось. И будем сейчас смотреть, что нам преподнесет UA-бот. И UMS, в принципе, они все нормальные боты. Это чост. Те, кто не знает, что такое чост, чост — это игры не на ПТС. Соответственно, клоус игры от Бальтазара. Ну, соответственно, все знают клоус игры от Бальтазара. Все это знают, ребят. И сейчас будем смотреть, что нам. Что нам преподнесет эта игра. Фановая. Не знаю. Погляди на наших тиммейтов, все как обычно. Что будет происходить, сейчас просто вразумим. Пока ждем, тупо ждем. Десятый слот, он закрыл, видимо, кого-то. Кого-то отдельного хочет. Какого-то отборного лобстера запихнуть на десятый слот. Но посмотрим, ждем. Все, резерв есть. Ребят, будем играть с комментами. И, соответственно... Попытаемся подсказать, ой, подсказать, попытаемся показать максимальный движ. Но, как говорится, максимальный движ после стрима пятичасового маловероятен, но я постараюсь показать должный уровень, чтобы развеять все сомнения об игровых способностях на таких средних уровнях, которые есть. Которые есть. И вы давно просили, в принципе, контент запилить, типа команда мечты. Видите, как 47-37 винрейта, 0 винрейта, команда мечты. Но я за себя, в принципе, полностью уверен. Все зависит от того, какой будет мод и какие будут пики. На 83-й карте алхимик и инва слабый, соответственно, сигнатурный персонаж. На 85-й карте будут не актуальны. Плюс SF тут сильный, можно будет на SF замутить что-нибудь. Тиник более-менее. Самые такие, знаете, простецкие, бомжатские персонажи. Так, ну и заходит. Десятый слот у нас. Happy birthday. С днем рождения тоже. Nice. Happy birthday. The day of burning. Так, ну шоу. Едем мы или нет сегодня кататься? Свапает нам инвокера 50 винрейтного с никнеймом инвокер. Все, пошла каточка. Ну посмотрим, что будет. Ну, по винрейту у них, соответственно, конечно, получше. Но посмотрим. Посмотрим, что выйдет с этих игр. Ну, надеюсь, две игры я сыграю тут, потому что просто спросил. Спросил за слот. Бальтазар говорит, окей, гоу. Для баланса меня взял, чтобы я, если что, тащил своих бургеров. Там посмотрим, что за мод. CM. Слушайте, ну, CM это... Гоу туда. Что-нибудь по пикам. Баны. Баним омника сразу. Есть предпочтение? Спросим сразу. Баним омника. Можно взять будет. Можно будет взять комбинационных персонажей именно спектра. Зевс — это персонажи, которые позволяют. Взяли Хуска. Давай Бара, пишет. Давай Бара. Зомби можно взять. Зомби. Give me Бара, пишет. Give me Бара. Гоу, без Сларка тут. Без Сларка. Орен Вокер. Бара, Орен Вокер. Бара берется. Вот так, пошли пики. Гоу Баратрума возьмем. Баратрум — это хороший ганг. Соответственно, что мы можем еще иметь?
Аппаратуру мы забанили. Гоу сначала по сапам тогда. Или... Гоу я затушу на пугне. Мидлейн. Берем next тоже сапов. Кунка клок. Так, два контрпика сильных. Так, мисс сап. Слушайте, ну тут трал. МБ. Трал maybe. Трал позволяет у нас убирать этого парнишку. Инвокера хотят. Give me. Окей, гоу, короче. Блин, я не знаю, взял, пугнул для себя. Будет очень тяжело вытаскивать. Тяжело вытаскивать таким составом. На пугне именно. Save you. Gameplay on Invoca. Ну, уже по пику проиграно в плане пугны, ФП. Да, надо было что-то брать такое более интересное. Just pick. ХФ. Ну, Go Invoker'а посмотрим 0.12. Или шо? Кого взять? Я не знаю. Ну, Go CM-ку, короче. Ну, CM-ка это будет фит контора, но пусть играет. Пусть играет на CM-ке. Кука. Кунка это возможно какие-то будут. Что за комбинации, допустим? Слушайте, а если пугна, печалька. Не знаю, что тут можно еще подзабанить. Забаним вот этого пацана. У нас вата. Соответственно, вата будет отлетать. Тут может быть еще комбинация какая-нибудь через Тинкероса. Хаста. Так, баним. Знаю, у меня вариант либо, ну и, я не знаю, через кунка тинкер. Кунка тинкер это будет тоже не очень гоу. Не знаю. Тинкероса баня. Бомбу. Да, то, видимо, хотели. Да, все же я угадал четко. Если хотят так. Ну, я, видимо, попал четко, если он хочет ре. Прям. Вот из XTP.
Можно после этого пика, морг пик, да, угол. Well, last pick tinker will be. Окей, okay, okay. Если, ну, он, видимо, not using bad XP, он... Окей. Окей, go. Really, если так, то go. Ну, под можно сказать... Не знаю, я, по-моему, четко попал, он четко хотел тинкероса взять. Походу. Четко попал. Потому что use TP mark это really. Это жестко. Так, ну, go. АП, next, там, зайдем и будет по кайфу. Enemy returned. Враг вернулся. Так, ну что ж, имеется у нас CM-ка. Джага. Портретка, go. Портретка. Инво. Портретка. We have мидер. I'm go mid. Он пугна. Леона взяли. Two more. Пик. Ху. Сларк. Сларк банец. Центаур. ДК, yes. Send. Yes, send. Easy ESа можно взять, чтобы помогал, но тут контрпик у нас. Центавр, go. Go, send. Центавр. Go, зомби. Last. Томба. 4 ГВП. Рили, если зомбика еще возьмем под этот пик, там Леон будет разваливаться. Кунка. Кунке тоже будет неприятно. Думаю, Клок меня будет контрить. Баним. Допустим, забаним Вейла. Все. Так, хорошо. И где зомбак? У нас зомби сила. Зомби не в бане. Не могу зомби найти. Где бомж? Ну это же нежить. Нежить. Undying в бане. Банят. Yes. Тогда. Все. Ну, хз такое. Походу я четко попал. Sorry for this. Sorry. Sorry for this RMK. It was my bad. Counter possible win.
Там на контроле этой всей темы я хрен его знаю на самом деле, как это законтрить. Ну, писал отдельно фишки по этому контру и, соответственно, хз даже как там просто нужно так четко прям все нажимать, и нужны определенные персонажи. Допустим, Тини должен затосать во время того, как марка кончается, чтобы он пролетел. То есть там Тракса, чтобы дала газ, когда он относится. То есть там такие вот эти вот микромоменты. Again. Блин, а я могу случайно забанить. Ладно, Эридара. Вэлла. Баны. Эридар. Вэйл. Пик. Пугна. Пугна. Релайка. Так, а кто у нас там был? Пугна. Так. Релайка была. Дестра. Баны, копа, центаур, был у нас пик, центаур, цент, мартретка, пик, мартретка и ДК, еп, бан, аппараты, у них остается... Так, бан аппарата. It's not best pick. It's okay. МДК. Ну, клок там last, все, с пик МДК. Ну, на самом деле, да, немного дисбалансно. Yeah. По пингу хорошо, это главное. Ну, извиняюсь, ну не знаю, прочитал, видимо, либо чтобы ничего не подумал. Не знаю, плохо. Go. Так, имеется вард, у нас ЦМ-ка пошла фулсапом. It's okay. It's okay, пишет. Центр ДК. Together. Together. Вместе пойдут. Пусть. Так, все, берем бомжатский закуп, идем на центр. Декацент. Вот там. Тустанс. Без skills. Они джаггера могут не вытащить со стана. Ну, не выпустить банально. И все. Ну, в принципе, по пик такой какашечный, но... Но я не знаю. Так, ну с 83. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Я тогда на 83 не играл, но... Ничего страшного. Go help. Give me rune. Пишем. We don't need its sentry for the warning sentry. It's okay. Так. Что у нас есть? Руны отдают. Руна где-то здесь рисается. Да, 83-я карта, ребят, очень давно на 83-й. Не бахал. Go. Клок у нас не роумерский. Это радует. Фейканем типа здесь. Вард ткнули. Вдруг он не посмотрит. И go стопить. Чё по айтемам вард есть. Так, не ставил он еще. Вард еще не ставил. Идет промах давать. Эх, но перехитрил. Перехитрил, безусловно. Машины хочет закинуть. Понимаю. Но доминирует пока. В линии. Возьмем ботл. Ласты по колдауну. Чуть остается.
Хорошо. Забыл тут не по клику. Эта тема. Все, можно его прогонять. С линии есть. Машинки продамажились. Хорошо. Отлично даже. Надо быстренько тут накуролесить с этими крипами. Хорошо, сапог. Но это временно, я думаю. Доминация. МЦ. М. Все хорошо, курьер идет. Курьер идет. Но он до сих пор ходит с вардом. Парится. Хорошо, тайминг. Хорошо. Лол. ВТФ. Бальтазар просто. Вы испугны и не играл через палку, что ли? ВТФ. Юра на базу, плюс. Но банально. Что-то... Она не заходит. Вернее, заходит. Так, ну на топе один. Локверк. Хорошо. Ну, ребят, в общем, давайте, если... Ну, так вот игра идет, в принципе, я вам попутно буду рассказывать что-то по скиллам данного персонажа. В общем, первый спелл — это Blast. Blast наносит магический дэмэдж. Очень много магического дэмэджа. И просто применение. Также дамажит товара. Просто ты нажимаешь, и с задержечкой идет какой-то дэмэдж. Так, ну надо добить этого крипа. Сейчас с появлением шестого можно его пробовать насадить. Еще раз. Хорошо. Все, вард он поставил. Мне до сих пор сходит с вардом. Фейзы. Второй — это астрал, увеличивающий дэмэдж со всех магий. Хорошо, маны дай. Хорошо, маны взял. Хорошо. Добиваем. Уходим на руну. Третий спелл — это палка, которая, соответственно, дамажит при юзании каких-либо способностей. Она очень сильно дамажит. Очень сильно. В зависимости от потерянной маны, большое количество. Сюда вард пнем. Их жалко, чуть не достал. Ну, мид кошмарю просто. Страшно. Знаю, пробегусь на ботом. Или гоу отхилим. Все здоровятся. И тавер там хапает. Ну, это временные сложности у них на самом деле. За свою команду я вообще не уверен, в принципе. Идет вард ставить. Знаешь, что у меня вард тут стоит. Дай мне маны. Дай маны. Но не могу. Хорошо. Хорошо. Отлично. Просто excellent. Так, руну бы мне. Пару крипов рун. Ну, загонял Бальтазара тут на центре, в принципе. Но у героя на самом деле контрпиковый пугна. Тут этого. Тут как бы вопросов нету вообще, в принципе. Это контрпик, потому что при правильном юзании всех способностей, а именно... Ой, там Джаго зашел под ТЭшку. Смотрите, мне ракета прилетела. Гоу. Ставим. Вард стоит у него. Можно немного соснуть.
Эх, не достал. Но минус Т. Знаете, как добивать можно? Так вот. Оп. Так, но он очень уязвимый сейчас тут без тауэра. Эх, но Vision подвел. Но я просто тут Total Domination делаю. Палку сейчас будем закачивать. И помогать команде строго. Ребят, можно сказать, гайд напугну. Потому что... Пугна такой персонаж, который... Просто овнэйдж делает. Enemy. Гоу. Надеюсь, они не уйдут. Овнэйдж делает для enemy. Если правильно прокачиваться. Поставим сейчас. Так, вот-то. Есть. Дальше. Гоним. Магаз. Заходи туда. Я туда не пойду. Хорошо. Даруну срочно. Ребят, в приоритете, конечно, сделать мне форстаф надо, но тут проблема в том, что я могу фастом выйти в Ганим. Ганим мне будет очень сильно помогать. Ууу, какая прекрасная руна. Прекрасная руна просто. Гоу, тут отопьемся. Отлично. Хорошо. Отлично. Не знаю, я типа... КЗ даже. Очень жестко везет на микромоменты, угадывание местоположения. Вард стоит на топе. Оп, сюда на руну. Нету. А, если есть руна, то иду. Нету руны, не иду. Надо ману соснуть у кого-нибудь, ребят. Ману соснуть у кого-нибудь. Так, ну на изу у нас начинается файт, залетает корабль, просто крутится джаггер, джаггер убивает, изи. Драгон Найта. Так вот делаем вот так вот. Сигнатурный, кстати, персонаж пугна у меня. На пугне вообще очень несложно играть, ребят. Нажимается пару кнопочек и вражины просто все в шоке. Вражины все в шоке. Ой-ой-ой, 2x. Ей 2x. Фух, как я убежал. Я тут, я не знаю, как они меня отпустили. Клок не попадает хукшотом. Там просто смерть мне. Ребят, я даже не знаю. Возможно, попробовать зарашить себе что-нибудь типа... БКБшки, что ли? Джага, нету маны, маны. Гоу. У него маны нету. ТП изанул. ТП, хорош. Он ТП изанул, его ударило. Хорошо, гоу Т2. Ой, Т2, еще тавер. Ребят, надо у кого-то соснуть. Срочно. Соснуть. Манапоинтов. Мартред Кабальту там бахает. ЦМ-ку у нас загрыз. Смотрите. Злюка какая. Сейчас очень много маны возьму с него. Хорошо. Но это смерть. Не успеваю догнать. Умру тут.
Но тут без вариантов просто. Бальтазар вовремя прилетел. Просто без вариантов. Слишком далеко задайвили. Ну, хелпа пришла и надавала, соответственно, за то, что мы занаглели. Сильно занаглели, не нужно было наглеть. Так, у нас было уже 700 маны, соответственно, мы могли спокойно пушить этот татар. Ну, ошибка, ребят, это микро ошибка. Не микро, а макро даже. Это макро ошибка. Микро ошибка это... Если бы я... Боже, смотрите, это драка чисто маднесов. Маднес фазы, коры одинаковые. Вот это так и работает. Ну вот так вот, ребят, за ошибки нужно платить. Go. Лупи. Т. Go, Т. Ребят, форсик сделаем. Не хочу дагер. Так вот делаем. Тавр дамажится, изи. Главное попадать АОЕшечкой вот этой. Вот так, видите, тавр загорелся, значит, можно пушить. Т2 можно изи идти. Вардов, жаль, нету. Найс. Ребят, много у меня спрашивали раз, что будет, если ты не будешь читать чат. Сосредоточен более сильнее, соответственно, игры более качественнее. Тем более ВС. Тазар играет. Нужно показать должный уровень в игре. Так, ну пошел спам ракетами. Не очень сильно хочется мне тут попасть. Буду на пассиве пушить. Дагерок был бы в него, я бы присосался. Я просто пушу. У нас ДК и пугна, это ультра-мега-пуш. Ультра-мега-пуш. ДК. Хорошо. Почти есть форс. Глиф интересно будет. Тайманы. Крутится. Надо убегать. О, все, тут таверна. Тут таверна. Пятером пришли. Гоу, пушайте вот эту линию, ребят. Ну, клок. Клок, контрпик. Чуть-чуть не хватает мне до форсы. С форсой буду жить. We can win now. I have a pretty skill. Oh, short. Well. It's easy. Изи завардить, был бы вардик, блин, вардов нету, ребят, на пугне без варда вообще нельзя. Тем более там клок, а клок это жесткий контрпик, он меня просто закрывает и все, я ничего не могу сделать. Это жесточайший контрпик. Жесточайший контрпик. Кент. Не вижу денег кента. 1000 голды всего. Полтавр вижу, там лоу хэповый, соответственно, надо идти. Go. Фейзы немного другие, кстати, отвык от этих фейзов, ребят, потому что эти фейзы почти не добавляют movement speed при нажатии. Стрейф очень слабенький выходит. Хорошо, почти есть форс. Ну, ошибка, наверное, брать первым айтемом была гоним. Но все же время покажет, ошибка или нет. Время покажет. Клок на руне, в принципе, мне больше некого бояться джиггернаут, только с ультимативной. У Бальты тут есть варды, это я точно знаю. Сам ходит их ставит. Тудо с ракетами. Есть почти у меня. Так, ну вардинг. Вардинг вообще решает, в принципе. Хорошо. Если зайдем на рошу, в принципе, изи будет. Если тут сейчас выпадет монетка, я принесу себе форсу. Дабл дэмэдж. Can't kill, can. Can kill, bro. Не can, а can. Там, really. Ничего сложного. Go. Катанка поехала.
Артретка с Мадесом говорит, что у нее не получится убить Рошана. Это плохо. Ребят, ну не знаю. Вернулась игра в тупичок. У меня есть все, чтобы выигрывать эту игру сейчас. Гоу. 100 башер. Жалко. Не даст versus кого? Versus кого? They will kill us there. We can't. Ну вот уже can't, конечно, потому что... Понимаю. Ну, просто сейчас будем вот так, как дурачки, муваться. Go. Smokey, go. Просто мы сейчас так в тупик зайдем. И потом будет сосальня. Мы можем пушить сейчас, и можем пушить ни хреново. Все, найс, есть мака. Ребят, давно 83 не играл, вообще как непривычно. Но нравится, что тут каталашка с бласта пол лица теряет. Ребят, next там БКБ тупо. Желательно дагер бы. Слушай, ну если ты на меня хукаешь, то нет смысла. Типа у меня уже форс. Он за мной просто охотится. Так, смока есть. Монетка. ДК как сильно подставляется, ребят, очень плохо. Всасывает чела просто. Клок в меня не попал банально. Все. На этом их драка закончилась. Go rush. Go, 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 go. Go rush. Стаки. Бальта, наверное, сидел. Хорошо. Найс, руна. Go me. Go, go, go. Let's squeeze through the air. Die. Хорошо. I go unseen. Die. More souls for the master. Боже, со стика пол хп. I go unseen. I'm ready. Тут кто-то есть. А, инвиз слетел, это баг. Гоу, 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 ДК, давай, 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 давай. Ой-ой-ой, какой же я поймал корабль хороший. Да, хп высасывает тут. Хилочку, хилочку, братан. Хорош. О, вот это баг, конечно, был. Я юзаю смок, он дабл дэмэдж. Юзаю смоук, юзаю инвиз, и у меня тупо инвиз не накладывается на смоук, но на 85-й карте это все норм работает. Бред, если честно. Так, у Тинкера появляется айтем, соответственно, травела. Не знаю, рашит ли мне... Коудагер все же купим, ребят. И в БКБ надо вместо ботла, и хекс вместо стика. Думаю, что-то получится. Гоу вот этого пацана. Go, 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 go. Go, go, go. I'll look into it. I go unseen. I go unseen. I shall be your eyes. Хорошо. Let's see. Ward. Ward is here. It's a sign. He pointed. Так, ну там, не знаю, ребята стоят. Сейчас БТПшку. Я Бальтазара изи высосу.
Мне нужно ТП-шку иметь. Все, гоу, стики продадим. Стики продаем и гоу. Так, мартретку буду, скорее всего, сейчас принимать. Начинается файт, смотрите. Так, Джага далеко. Ну, Бальтазара буду убивать. По-любому, по-любому. Начинается у нас файт. Прыгает у нас мимо кентавр, но... Высосу дайте. Казнил просто. Вот Т2, надеюсь, получится. Ребят, ну тут изи фраг, бегай. Так, кобе. Кобе. Так, вот делаем. Так, и не договорил, что ультимейт упугны делает. Наносит дэмэдж, соответственно, переливает хитпоинты, то есть получается, как бы с энеми переливает к себе. Очень мощный спелл, который позволяет пугне очень много дамажить. И, соответственно... Go. Thanks. Thanks. Смотрите, в зависимости от уровня, 180 дэмэджа наносит, 240 или 300. Но это с аганимом. Без аганима чуть-чуть поменьше, но аганим вещь отличная. Снимает колдаун с... нашего ультимейта. Можно сосать у всех. Как бы это глупо не звучало, но так это и работает. Будем сосать у всех и много. А кубальты до сих пор нету дайгера. Это очень хорошо, уязвимость. Он дает промах сейчас. Даст промах и все, ГГ. Нет, не дал промах. Ну, не успевает просто. Либо теряется, либо... Вот. Все, есть 300. Я теперь очень сильный. 8 секунд держится вот этот вижен от ракеты. Еще рано подходить. Все, гоу. Гоу, 1 минут до конца Егиса. Будет ли крит на Джагу? Есть крит. Ой-ой-ой, 2 крита просто. Посмотрите, как это прекрасно. Гоу-гоу. Гоу-гоу, я поставлю сейчас вард. Свой тотем здесь. Не могу выйти. Вот так вот сделаем. Хорошо. Так вот делаем. Собираем дань. Просто собираем дань на пугне. Аганим. Бальты. А, не, показалось, только ракет было много. Я дал на палку астрал, ой, я лох. Лол. Божечки. Божечки. Дал астрал на палку. Жесть, конечно. Просто рафланчики тут подъехали. Это смерть. Хорошо сосется. А этот смерть, кажется, будет. Не-не, подсейвил. Духа. Боже, как же сосу. Ну, торрентик. Все, гоу. Этериал можно сделать. Все, найс. Ну, слушайте, 30 VR-ные челы очень жестко даже... Разбомбили. Ребят, такой микрофейл был, конечно, застрелил палку вместо того, чтобы застрелить себя. Это жестко.
конечно. Это жестко. Это очень жестко. Форс я слил. Это смерц, ребят. Это смерц. Форс слил, нельзя было от форста сливать. Нельзя было. Так, ну если 1600, можно выходить тут тупо в БКБ. В БКБ мне будет вообще плевать на всех. Джиггернаут пока что нету ничего. Кунка у нас тоже сурная, но кунка в саппорте через X. В бальте нету даггера, это хорошо. Сейчас будет даггер, наверное, да? Или нет? Не знаю, wait, BKB. 23, лол, БКБ. 15 секунд. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, ребят, ну, в общем, ситуация... А, в Джаггере есть таки манта. Манта есть. Манта есть таки. И что у нас будет тут делаться? Спросим насчет некста. If win. Окей. If win, окей. Ну, маловероятно, что они тут выиграют на самом деле. А пишет, если выиграем, окей. Боже, я не в том месте, не в то время. Правильно сделал немного, но я тут умру в любой позиционке. ВТФ, ВТФ. Where? Ну, ребят, ну, печалька. Стаур, help. Плохая драка. Как и Леон там не умер. Ребят, ну, я был не в том, ну, не в том месте, не в то время, как говорится. Я пошел на ботом лейн и, соответственно, пошла на мини-драка. Я очень нагло залетел, но Бальтазара положил. Ну, в принципе, он очень легкий кусок для меня. И... Sorry, but what? But what? БКБ, sorry, but wait, БКБ. Go with hold БКБ. We can win. We can win now because Tinker don't have items. Так, ну убивают у нас тут на рашпите. Убивают двоих. Возможно, будет минус Аегис. Я очень на это надеюсь. Нету ману Джиггернаута. Да, соответственно, тут будет минус Аегис. У нас Мартретка прыгает, дает баша сразу. Кен должен по таймингу давать стан. Стан тоже должен залетать АДК. АДК дает стан. Все. Тут, в принципе, должны изи разбирать Джиггернаута. Я просто поднимаю руки и говорю ему, бро, тебе сегодня не везет. Гоу. Гоу. Все, гоу. Я тут. Я на месте. Кто живой? Тинкер и... О, Тинкер и... Ну, заевейдить... Ух, там даггер, кстати, ребят, там даггер. Заевейдить Джага ББ. Форс. ББ. Зафорсил байбек от Джаги, если честно, не ожидал, что он ББ нажмет. Но и не было умысла форсить байбек, ребят. Next там будет, скорее всего, БКБ. Найс кентавр как вырывается. Отлично. Молодец. Молодец.
Так, ну, аккуратненько прессуем. Слушайте, ну нужно как-то спалку вот так вот, что ли, ставить. Так, кто-то юзает что-то. Возможно, это будет торрент. Нет, торрента не было. Пока что спамим, просто ДК танчит. ДК танчит. Нельзя попадаться под клока. Юзает у нас манту джага. Ставятся машинки от... Пытаюсь максимально, максимально досаждать. Сейчас палка будет. Сейвлю пацана. Ой, она влетает. У меня есть, у меня форс. Ставим палку. Хорошо. Ну, хилю сосаю. Хорошо. Хорошо, ну вайп, тим вайп. Тим вайп. Тим вайп. Палка, ребят, в драке очень много делает. Просто. Ну да, тут фест финиш. Good game well played. Ищите маны бы. Кто первый рисаться будет? Леон. Это хорошо, он мне маны даст сейчас. Или нет? Слишком большой монокост. Слишком большой монокост. А чё я тут один стою, собственно? Потому что это плохо. Я сейчас таверну отличу. Или нет? Нет. Решили таки отпустить. От пути. Не от путю. Врывается у нас смарт-редка, делает мегакил, сразу вгрызается у нас кунку. Кунка не живет, юзается БКБ, просто все в ужасе убегать должны от мартретки. Мартретка вгрызается, вгрызается мом. Омни слэш дается по мартретке, Жага просто убивает ее, почти вылетает, просто ласт промах, делает хороший блинк, но тут летит ракетка, от ракеты никуда ты не денешься. Соответственно, умирает. Умирает. Кентавр немного не подоспел вовремя на подсейв. Дается колба на Джагу. Джага у нас просто стоит, ничего не понимает. Влетает Кент, дается дабл эдж, минус лицо. Бальтазар пытается что-то сделать, но ничего не получается. Ракета влетает под первым от Клок. Клок молодец, тут забирает. Но без шансов, без шансов. Так, ребят, ну на самом деле, что нужно купить БКБшку и пойти задушить до конца уже. Возьмем смок, чтобы как можно быстрее добежать до туда. И будем соло 1x9 сейчас выходить на ту позицию. Так. Но ситуация у сентов очень плохая, потому что тут у них голый трон. Нет айтемов у их мидера, к сожалению. Не знаю, как так получилось. Но ничего страшного. Вот, и я возвращаюсь, гоу. ДК, я как не посмотрю, ДК постоянно в форме, фармит лес. Это как вообще? Это что такое? Как это законно вообще? Так, пока там нет джиггернаута, я бы на самом деле бы порвался. Есть первый. Первый пошел, как говорится. Первый пошел. Ах, вот они, блин, даггеры как работают. По 2 секунды до джаги. Соло ломает рон тут просто. Соло ломает рон. Сосаю у джаггера. Даю бласты патроном. Да что ж такое-то? Меня прям хейтят. Даю себе как можно больше кнопок. Эх, ну чуть-чуть, ребят. Да ну серьезно. Дает ультимативно, нет, не дает. Хорошо. Ну, такая катка первая, на самом деле, вышла. Первая катка, она такая, какая-то. Сейчас, возможно, какая-нибудь будет СДТБшка. Ребят, ну на самом деле, не думал, что такая игра будет. Вообще, я планировал для вас писать гайд. К
Какой нафиг гайд тут игра с Балтазором? Балта, don't kick me, nickname. С компакт. Компликатит, компликатит. Don't kick PLC. Это стандартная тема, как ты к Бальтазару заходишь. Все, снайпер ТВ позвали посильнее. Там челика воем. Там сейчас меня за меня закинут 30 ВРных челиков и будет овер. Тяжело. I'm okay. How you? I'm fine. I'm fine. I'm good. Nice. Так, ну опять тот же состав, походу, будет, но там у них составы поменяются. Смотрите, у них там сейчас будет The Sniper TV, там будет какой-нибудь Хускар, это будет Sam Again. Sam Again. Что-нибудь интересненькое. Сэм Гейн. Если будет CM, в принципе, 1-1, я думаю, если сыграем, будет нормально, потому что... Ну, сейчас я, если честно, удивлен, ребят, что моя команда так хорошо отыграла. Но enemy, как видите... Enemy, как видите, хорошо отыграли. Хорошо отыграли, несмотря... Просто вард четко был. Какой вард? Оценки. Да, нормсап вышел. Да, нормсап вышел, оценки. Так, ребят, ну и играем таким же составом. Не знаю, что получится сейчас по корам. По позиционке. Да, безусловно, оценка очень хорошо отсаппортила. Оценка лучше сап. Но на оценке больше-то и нечего делать особо. Берешь тупо да и саппортишь. И, в принципе, вот так вот как-то. Так, ну и ставится у нас четвертый резерв слот. Но сейчас будет оверпот, ну смотрите, 76, 93, 80 винрейт. Но если я и это выиграю, то это просто... Просто easy, my friend, easy. Александр, you fucking stream sniper. Посмотрим, как это будет. This is my fake. Заходит, парень, 69 винрейт. Ну смотрите, в общем, по винрейту тут все и так понятно. У них в сумме где-то около 400% винрейта, а у нас где-то 150, и то из них моих 60. Так что такая каточка будет немного дисбалансная, мне кажется. Но если это будет CM-ка... Уф. Если это будет CM-очка, ребят, это будет трешара, конечно. Это будет трешара. Это будет трешара. Так, CM-ка у нас идет. Так, ребят, перезапись. Начать запись. Все. Yeah. Так, ну поехал у нас. Go combo. How in. How you in my ban list. Know me, yeah, know. Так, ребят. Кузеус спектре. Так. You lost to game and ban me. Play with 7S players. And you said I'm very skillet. Так, окей, ребят, поехало. Same lost play. Все, окей, я понял, чело. Ладно, go банить. Так, баним вот этого пацана. Так, банится клок. Гоза баня пугну. Иван Спектр, you are mid. Yeah, go middle. Yes, you see.
Xen, may I have Rasta, but not support. If you want, if we meet one by one, if we meet, начинается. Байты вот эти. Так, пикается баратру. Локверка забанили. Это плохо. Ал. Арвел спам. Помни. Or what? Go Omni. Пикаем. Омника. Омника и... Антомни. Берем Омника. And кого еще можно взять? Шмана. Оставлю. Раста. Единственное, плохо, надо будет Silence разбанить. It's not good, but whatever pick. Whatever pick. Так, ребят, ну стадия драфта, пока тут нечего комментить. Just for pushing. Towers. You can't push with Barra as an enemy. That is true. Почти нет, я не согласен. Шаман тут очень хорошо зайдет, если мы будем... Блин, вот Саласа, только хотел забанить его. Забанить его. We should wait for Rasta. Zeus Spectra. Go туда сейчас, Spectre. Undying. Go тогда сейчас Undying. Ах, блин, забанил. Боже, я тупой. Ну, уже 10-я игра. Фак. Так, ну все, пошел дисбаланс в пике. Спектру забрали. Бан. Бан. Бан, 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 бан. Баншторма. Зевса можно. Кив Мирана. Мирана is useless. It's useless, bro. Пара. Качи. Так, ну это плохо. Это плохо. Стоп, пара. Go. Go mid. Так. Фу, вон. Ну, зомби был наш шанс на самом деле, но я забанил его. Yes. Yes, good. Будут очень сильные скиллы. Or... It's done. Yes. Yes. Клок, омни, омни, клок. Банит. Тини гомит. Тини тоже на бай. Ну вот неужели не смотрит? Так, ребят. Так, ну нужен нам ранжевик, у нас есть. Need one good Omni. Я хорошо могу на Омнике, но... На Омнике... Play. Well, I can. I need you on mid, Slark. I wanna. I want to play Slark. To
тут изи на сларке будет. Я должен, в принципе, буду под какой-нибудь вью. Сларк из лампанит, мид. Сларк из грит. Сларк из грит, я ноу. Если только единственное, какой-нибудь чел не пустит инфу, что мы будем брать сларк. Если у них там сларк будет, мы это проиграем. Send play. Свен. Пик. Сларк мид. Или ласта попробовать. Омни. Аста. Топ. Yes and. Stay. Or. Или трипл топ, да, хардлайнер нужен хороший. Не знаю, ладно, go тут. Так вот сделаем. Рано. Play. Сразу думаю взяли. Ну что, я в принципе должен это законтрить. Окер. Ор. Ху. Сапа. Давай, ок. Вокер. Вокер хейл. Мид. Трипли. Топ. Все. Тогда кто у них еще остается? У них очень сильный тимфайт. Им нужен какой-то жесткий саппорт. Давайте забаним типа трала. Типа трала какого-нибудь забаним. Потому что трала-то овер много будет делать. Так, где трал? Вижу трава, ребят. Вот он трава. Баним и пикаем вокера. Вокер. Хейл. Арнот. Бара нот. Сфер на пробу. На пробу. Есть. Ну, по таким пикам попробуем выиграть. Я, если честно, из меня пикер такой себе, потому что можно что-то придумать, но... Такое. Так, что у них пойдет на центр? Скорее всего, пойдет на центр Silencer. Silencer будет тяжеловато, потому что еще, скорее всего, будет там Баратрум бегать. И плюс Doom. Doom пойдет Hail. Easy Line я вижу. Easy Line это пойдет у нас Свен. Соответственно, к Свену нужен какой-то саппорт. Самого лучшего саппорта я забрал, который закрывает всех этих героев. Соответственно, закрывает Омника. Закрывает Сларка. Закрывает Инвокера. Очень хорошо. Это Трал. Трала я не зря забанил, я считаю, потому что это дополнительный Сайленс, дополнительный контроль. Но у нас будут проблемы с Сайленсером непосредственно. Но я постараюсь избавить нашу команду от этих проблем. Так, ласт. У них идет Тинкерос опять. Гейм, Тинк. Тинк, так. Ну, гоу. Так вот, наверное. I need heal. Yes, my lord. Есть, все. Go. В принципе, по факту должны таким пиком выигрывать. Все, thanks. Уруны. Help. Попробуем на сларке сыграть. Сейчас вест. Ну, очень жесткий пик. В лейт гейминге будет очень тяжело их выигрывать. Но в приоритете на 83-й карте это, соответственно, фарм. Попробуем перефармить. Там хороший дум будет, в принципе. Ну и пойдет на мид у нас Бальтазар, соответственно. Ну, будем смотреть, что у нас получится тут. Будем смотреть. Если меня загангают, будет тяжело потом камбэкать, но... Руну мы тут забираем, да? Хорошо, руну забираем. Есть какие-то хотя бы бонусы. Гоу фласку. Please let me farm. И Омни у нас идет ботом. Ботом и инво. Лучше бы Омник был бы в коре. Если бы Омник был бы шаристый, было бы вообще прекрасно. Омник в коре.
Изи. Переагриваем. Первое, что мне тут нужно будет делать, это переагривать. Переагривать тут по КД. В экспу уходить. Так, тавр. Делать свои дела. Промах сразу. Сразу такой промах. Машинки пошли. Все, я понял. Первая хилочка пошла в атаку. Первая хилочка. Очень страшно на самом деле. Но у него тут будет по сравнению с прошлой игрой очень хороший фрифарм. Я тут не смогу на сларке его сильно подзагнобить. Но если я разменяюсь, добивает. Сюда. 140 мана у него. Убивает, хорошо. Убивает, хорошо. 150 маны. Можно забайтить на хилочку. Я сразу понимаю, чем это может быть опасно. Стик нужен. Появляется ботл, это плохо. Кого на руну? Руну. Что за руна будет? Иллюзии. Более-менее. Более-менее. Хорошо. Появляется у него бот. Вот тут руну законтрить надо, ребят. Город бежит. Отменяет чарж. Ну, тяжело будет крипить, походу, тут в этой катке. А у меня 0 просто крипстат, на самом деле. Это не очень хорошо, но с появлением 6 левела будем наглеть, конечно, играть более агрессивней. Пятьдесят мана у пацана. Хорошо. Сапожок есть. Сапог сапога будем начинать. Сапога будем начинать. Кормушка. Найс. Watch stream. Найс. Лол. Найс, но сейчас бы обвинить стрим в снайпинге. Ну, ребят, ну, очень логично выглядело, что, знаете, у нас ходит по лесу мой тиммейт на Омнике. Не знаю, типа такое обвинять меня стрим-снайпинги. Красиво как-то. Ладно, его дело. Гоу. Пешка. Хилка. Топеруна. Сор. Я не уследил. Но пока писал. Надо запушить, ребят. Жалко, что там нейтралы забрали этого чудилу. Вышел на линию. Снипер ТВ. О, это челик. Почему мы вначале с ним что-то срались там, ну, писали друг другу. Это челик. А, столько там в упендреже было, когда он выиграл меня, будучи имея в моей тиме очень слабую команду. Там он просто овер много себе позволял писать. So easy там, знаете, такое. Я таких людей не люблю вообще, в принципе. Прекрасно знаете, ребят, что очень часто на моих стримах попадаются игроки, которые не, можно сказать, не являются даже более понимающими игроками, чем могут быть.
Так что, к сожалению, имеет место быть такой флейм с его стороны. Типа он считает, что я просто вообще очень слабый игрок, вообще ничего не могу. Хорошо. Погнали. Фарт стоит на центральной у них. Или Бара бежит? Бара бежит. Нет, Фарт. Хорошо. Так бестолково, если честно, гонять этого чела. Потому что. Я тут могу занаглеть на самом деле. На контрпикал. Ой-ой-ой, понимаю. Изи, вот опять пишет, видите? Ну, вот такой. Soul Toxic, напишу ему. Ну, тут надо писать ИА, чтобы не читать это дерьмо, ребят. Пишет изи челик. Ну, я не зря его в банлист тогда закинул, потому что он овер много позволяет себе писать. Моя ошибка. Моя ошибка, гоу. Центральную. Жалко. Ну, левел подводит ребят очень сильно. Надо стоять фармить, взять аквилу, ПТ-шечку. И душить, пытаться. Левел очень сильно подводит. Но я хочу гангать дума, потому что не хочу потом дум на себе видеть, потому что он в лесу фрифарм стоит. Хорошо. Есть пол айтема моего. Рейсбент аквила. Кого сейчас за... И это еще просто сейчас начнется сайленсера игра. Хорошо. Бар, интересно, выехал? Нет, гоу на бот онлайн. Ап на куру, ребятам. Потому что мне курьер нужен очень сильно. Хорошо, загрызли пацана. В двоечку выйдем. Ремарт. Портс. В двоечку будем выходить, ребят. Есть аквила, базила. Жалко, ребят. Жалко. Кого-то крипа будем сметать. Жалко, не добиваю. Хорошо. Все, летит. Ну, надо, ребят, роумить. По-страшному надо роумить. Потому что по-другому потом очень тяжело будет выиграть. А если шаман сейчас накинется? Бару, гоу. Хорошо. Эх, не достаю. Гетбэк. Пойдет, все равно доволен. Дабла. Это очень хорошо, это нам поможет. Главное овнить. Файтиться нужно, ребята, все равно. Вот сюда курьера. Нидкоур. Секкоур.
Бензин. Речь, плиз. Че так долго? У нас топ овнит Бальтазар по колдауну. Они там от Баратрума играют, ребят. В принципе, банально. Что будут овнить. Так, ну пока ману восстанавливаем. Слушай, там нету Дума, но есть Мидас у Дума, это плохо. На самом деле, так, пошел кто-то на руну. Гоу тоже на руну. Хейст. Успею. Не успеваю. Жалко, надо было сразу идти. Боже, знал бы, что там хоста. Знал бы, что там хоста. Хорошо, б-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 б. Там еще Баратрум. Назад. Хорошо. Теперь гоу. ПТ-шку на силу поехал. ПТ-шку гоу. Тинкер, тревел. Тревел есть, можно поесть. Вот я про этого Баратрума и говорил. Так, ну есть там ультимативная на думе. Нужно отходить. Отходите, ребята, отходите. Подальше, подальше. Есть вижен? Нет, нету вижена, все, дабл дэмэдж. Кто там сало? О, вот этого пацана, ребят. Изи. Есть ультимативная. Есть ультимативная. Магазик иду. Смотрю тупо банально по карте. Если кто-то на карте светится, значит все окей. Так, нет, ну разминулись мы с ним. Разминулись. Тэшку подолбим. Ребят, скоро Лотар, это очень хорошо. Добивать бы еще всех крипов, вообще было бы excellent. Начинается у нас тот файт, влетает у нас Дум, дает ультимативную. Оу, я пойду сейчас встречать там всех. Пол Лотара есть. Они будут стоять сейчас змеек долбить. И надо забирать вот этого лоха на Думе, который позволяет все много разговаривать. А, опс. Опс. Все понял. Лотар нужен, ребят. Срочно. Срочно лотар, чтобы вылазки делать. Хорошие. Ну, мы выфармим сейчас лотарчик, ребят. Будем на низ линии. Омник сапит. Вот тут опс. Опс, омни. И нету дума, надо это держать в голове, потому что без дума они маловероятно что сделают. Маловероятно. Да боже, почему не могу Старк Пакта добить? Крипа. Так, омник у нас там киляет вард. Возможно, у него сейчас тупо побежит Баратрум. Тинкер идет, да, Бара уже бежит. Репел на себя, братишка. Эх, не успеет, ничего не успеет нажать. Ничего не успевает нажать, к сожалению. Но в пятером тут все. Ребят, не забываем обузить ПТ-шечку, когда юзаем скиллы. На данном персонаже это очень важно. Тогда наши монопулы не будут проседать. Так сильно, как могут проседать. Знаю, никого нету, смотрите. Ага, в лесу находит у нас ЕС и Баратрум. Так. И забирает просто изучайший. Изучайший фраг. Иду на низ. Ребят, остаются считанные копейки до лотара. Но мы сейчас будем продавать щиток. Шаман. Пусть байтит стоит. Прилетит, если что, там Бальтазар, 100% уверен. Плюс. Не знаю, есть ли у него ультимативная. По-моему, нет. Есть ультимативная. Будем пушить. Даю армор крипам. Забираю крипов. Хорошо. Но минус это тавер плюс лотар. Хорошо. Есть лотарс эдж. Ой-ой-ой, какие там армлеты. Там, посмотрите, армлеты, маднесы. Очень много, пацана. Вырубаем аквилу.
Базиловичу. ВТФ. Ну, по-моему, это сейчас был абуз какой-то, что ли. Пауза. Ну, там очень много у Свена, ребят, не знаю. Там стаки, наверное, делают ему. Потому что он фидил, и типа у него все равно айтемы очень дерзкие. Очень дерзкие айтемы. Так, юзается у нас глобалка, ЕС пытается забрать баратруму, ЕС еще и стики. Три стика, должен разворот и давать фиссуру. Отходит. Но убивает все равно его там, к сожалению. Не знаю, ребят, я у них в лесу просто стою, фармлю. Купим сейчас вардики. Ой, вардики. Свен просто смещается, они знают, что я тут у них в лесу тупо фармлю. И... А мне нужно файтиться же. Лотар есть, нужно пытаться реализовать свои преимущества с покупки лотара. Соответственно, правильная позиционка плюс хороший файт равно залог успеха. Кто вышел на линию? Doom. Что, гоу подолбим, пацана. Кажется, что-то знает парень. Хорошо, гоу. ТП делаю. Гоу, живи, 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 живи. Убежал, изи вообще. Главное, думу сосальню, обоссывальню делаю. За его трипло. За его трипло главное. Главное, ребята, отвечать за свои слова. Чел пишет изи, я его специально стараюсь как можно сильнее гнобить. Полтавр. Гейминге, конечно, будет очень тяжело, ребят. Бэк. Нет, ББ. Мана пул плохой. Мана очень мало. Там, думаю, ББ. Глобалка и зайца еще. Ну, я надо на Б идти. Ну, мою команду жестко насилую, честно вам скажу. Мне нужны сильные слоты. Свен фармит. Бальта догон делает. Есть шансы на Сларке 1x9 играть. Это, конечно, такое. Наберем ТП-шку. И надо идти стягивать Агилу. Я от Агилы играть уже. Придется делать, возможно, тут линку. Но хочу фирстом, конечно же, баш. Безусловно, без баша никуда, ребят. Баш такой предмет, который позволяет персонажа очень сильно бустить. За счет его. Вот этих башей изначай. Не буду линию сильно пушить. Стою. Отлично. Почти есть баш. Самое страшное, что может быть на думе, это лотар, ребят. Если дум сделает лотар, боюсь, это уже нельзя будет победить. Потому что лотар на думе не контрится. Придется слот забивать. Так, ребят, ну у нас там по лесу ходят пацаны на ЕСах. Лес завардили. Сайленсера бы поймать. Он на точках поставил варды. Соответственно, будет очень тяжело. Узаю глиф. Гоу в наглую сюда. Видно меня, видно. Иду в спину. Бальтазар, ТП делай. Хорошо. Гоу. Да, дальше. Глобалка. Отойти. Восхитим тэшку.
Ой-ой-ой. Вот это у меня Сларк прыгнул, хотя, ребят, рили. Не должен был быть такой прыжок. Серьезно. Не знаю, почему так прыгнул. Это овер отвратительно выглядело. Я думаю, тут и не закидайте меня какашками в комментах, потому что у меня персонаж был ровно. Прямо стоял, и он почему-то по-тупому. Что? А, тут в центре стоит. Все, я понял. Понял, вижу, вижу. Упал у меня стак. Статус плюс. Вижу, вижу, ребят. Вижу. Упал стак. Увидел я. Так, Балтазор, успею ли я? Успеваю. Может, на next пачку успеваю. На next пачку, может, успеваю. Ладно, гол зафармим. Банально. Банально зафармлю. Все. Не знаю, стоит ли делать Black King Bar. Слушайте, они файтятся только тогда, когда я отхожу с линии. Шаман подставляется, будет у нас тут подхил. Ничего не нажимается, к сожалению, не знаю. Не знаю. Бегу. Бегу к ребятам. Бегу к ребятам, но ушли. Сентри варды. На мидлейне. На самом деле все фармят. Плохо, ребят. Бара очень много, ребят. Очень много. Там в центре, куда они идут. Отличный дебаф. Куру не буду бить. Куру не буду бить. Кого там поймали? Баратрума. Хорошо. Отлично. Баш можно? Спасибо. Бальтазар, давай. ТПшься. Под Т-шку. Поддефить. Поддефить. А, он на ботами. Гоу. Тавер туда. Отлично. Отлично. Чаем Базилу на пуш. Хорошо, ребят, ну почти есть. И я не знаю. Сделаю скади, мне вообще будет плевать на всех. Я просто пуш. Голбэк. Мана нету вообще. Мана. Вардов тут нету, это радует по статусу ультимативный. Чекаю, никого нет вроде. Так, ну не репел не надо давать, бро. Пока что. Кто там? Бальтазор. Ой-ой-ой-ой, ну я буду драться. Хорошо. Но на самом деле плохо. И я нажал ультимативную, он мне в ультимативную повесил. Ребят, он мне в ультимейт повесил. А, то есть я уже был в инвизе, он мне тогда повесил этот ульт. Не знаю, каким образом. It's okay. Они не спушат. А змеи есть, у нас ЕС есть.
Так, ну, 3-400 на кармашке. Кого? Одну орбу купим. Остается 200 до Скади. Я думаю, Скади будет в профите, ребят. Скади будет в профите. Эх, если бы чуть раньше Есик подработал бы на Бальтазара сейчас. На Тинкера. На... Так, а, там и Ганим еще какой-то появился, смотрите. Но это вручает им такую Нобелевскую премию, на самом деле, шанс победить эту игру. За счет Дума. Одна кнопка, нет Сларка. Одна кнопка, нету Сларка. Засал чел. Пошел дальше. Но мы сейчас тут... Слушайте, а может рили в линку сразу? А там линку много чего может сбить. Но линка особо мне может и не помочь. Но в любом случае, как слот, линка мне нужна будет. Я так считаю. Но Скади, конечно, сейчас нужно будет рашить. Скади. Эфир с Тайтем, конечно, агоним на Думе это дно. Ребят, сугубо мое мнение, это дно. Через Лотар, если бы он играл, я бы уже давно фаст-финиш написал. Или через Дагер. На свой не Дагер появляется. Так, ну, пока не... Не вижу сбитый. Сбитый ульт. Ребят, 1200 остается мне до... Скади. Скади 1200, Дум. Просто мидас и гоним. Но в лейтгейминге у нас шансов не будет вообще, в принципе. Так, убивают у нас тут Омника. Да, Омника есть хил. Диффуза, юзается, у тебя еще есть перфикейшн, бро. А, нету маны. Нету маны. Ну, будет убивать с руки. Нет, с руки не добивает. А, путается. Ой, какой торнадо, подсейв. Подсейв, неужели Бартлазар будет умирать? Неужели? Если он сейчас не умрет, я тут должен помочь ему умереть, на самом деле. Я должен ему помочь. Так, дают ему буста. Тут хороший Бальтазар просто. Как же сейчас ему повезло. Успелся нажать. И ТПшечку, соответственно. Молодцы. Очень хорошо сейчас сыграли. Баратрум просто идеально засейвил его. Просто идеальный сейв. Баратрум. Баратрум идеально засейвил его сейчас. Просто урны все накидал. Эпик. Сурвайв. Так, копейки остаются, ребят. Шаман у нас есть еще, на самом деле, кстати, не стоит забывать, что у нас очень хороший пуш. Одна их ошибка. В принципе, можем неплохо поднаказать. Одна ошибка и можем наказать. Коуни Ставр. Вести Скади. Пора в магазин отправлять кур. Все хорошо. Скади есть. Есть Скади. Пора бежит на мид. Но буду пытаться помочь. Лобалка изоится. Главное Дум не поймать. Змеи такие у шамана прикольные. Стоят. Конечно, это. Да. Так, Свенчика бы найти, ребят. Ну вот сюда иду, целенаправленно иду сюда, потому что это дальний кэмп, который Свен попытается быстро зафармить и уйти. А, он даже не фармил его. Понимаю. Ну, иду дальше. Чекаю. Чекаю. Сейчас ночь, ребят. Нужно пользоваться неуязвимостью. Ночной. Сларка. Сларка ночью тяжело поймать, потому что меньше вижена на него. Соответственно, если принцип действия ультимейта на Сларке. Если Сларка не видят, соответственно, и поймать его тяжелее. Вот такая вот тактика по Сларку. Все довольно-таки просто. Интересно, что у Дума там появляется. Я не могу вообще Сайленсера увидеть в игре, ребят. Вообще не могу. Тинкера Гоуст. Даггер. Но даггер это хорошо.
Дагер, это интересно. Так, ну успею. Интересно. Успею, интересно. А успеваю. Нет, не успеваю. Зря они там ест. Так, на миди-центре стоит. Это видно было. Ульт пропал. Ультимативная. Так, ну плохо, ребят, плохо. Очень плохо. Есть дабл дэмэдж. С дабл дэмэджем можно работать. Там соло, Рош, соло. С дабл дэмэджем плюс с ларком я должен тут его убивать. Снимается вард. Надеюсь, бэк. Успеваю нажать кнопки. Хорошо. Слушайте, это минус Роша. Это минус Роша. Уйти КД. Это минус Роша. Плохо, ребят. Не знаю, откуда инфа, что я пошел туда. В Рошпит долбить Рошана. Но это прискорбно. Минус Рош, это плохо. Ну нет, я не хочу сдохнуть тут ради этого фрага. Но все же, видимо, не суждено выиграть тут. Даже такому герою, как Сларк, тяжело против четырех более-менее адекватных игроков играть. Много дэмэджа от Свена. Рефреш хочет. Найс. Плохо, ребят. Фармить надо тогда. Линку. Какую-нибудь с линкой надо будет драться уже, пытаться. Я не знаю, хекс попробовать сделать. С хексом тоже есть вариативность контра. Чем больше будем контролить, типа, ну, Свен там тоже очень сильно. Вообще тут я не знаю, честно, собирать. Но Бальтазара как убивать без хекса, я не знаю. Там Тинкер будет очень сильно досаждать. Тинкер очень сильно досаждать будет. Бара. Фузы там. Голинку, ребят, на верочку просто. Ворбу еще одну гол. Линку на верочку. Нет, так нет. Ну, маловероятно, что тут выиграем. Рили 0-6-1, 6-1-5-2-6. Там саб 0-4, это нормально. Печалька, ой, печалька. Киллинг спри, ВТФ. Там сразу сентри ткнули. Вот, гоу мид тавер толкнул. Ой, мид тавер, мид крипов. Крипов толкнул. Ката стоит одна, бедная. Или богатая, я не знаю. Так, в лоу-граунде нельзя стоять. Дум может прийти. И все равно в лоу-граунд иду. Гоу деф. Надо этого убивать. Чела на думе. На думе челика убиваю, изи катка. Не убивая, не изи катка. Даст ты... А, все, смерть. Моя ошибка. Все. Бегу. Я не знаю, сейчас типа нет. Не думал, что там даст ты так будет. Да, вот так вот. Деф. Деф. Ну, моя сейчас ошибка, безусловно, микроконтроля. Ну, там вообще не надо было. Понимаете, там чисто эти дасты. Боже, куда же вы идете, ребят? Нам надо дефить сейчас хайграунд. Ребят, хайграунд дефить просто от ЕСа. От ЕСа. Варды ставятся на хайграунде. Куда ты? Б.
Ой-ой-ой, ребят, ну плохо. Все плохо. Шаман, что ж ты делаешь-то? Ну что ж ты делаешь-то? Ё-моё, ну зачем? Что это такое? Что за файтинги в лесу? Что это такое? ВТФ. Шаман. Зачем просто? У нас еще ЕС там. Там Аегис. Ребят, ну не надо, не надо. От ХГ лучше. Одна ошибка ГВПшка. У нас еще инвокер. Ну барабан, Еул. Такой, знаете, сбор детский какой-то. Ой-ой-ой, какая фиссура царская. Он просто в наглую стоит деварди. Инвокер АФК стоит. Ладно. Ладно, соберемся, ребят. Собираемся. Собираемся. Дум нажимает одну кнопку и может писать изи, изи там, все как обычно. Ну, это ЧСВ называется. Это называется ЧСВ. И он еще пишет, типа, игра нормальная, типа тогда нормально все будет. И не бань никого. Я понял. Я его забанил, потому что он много пишет в чате. Изи там пишет. You so useless там. И я должен за это его уважать, типа, и не банить. Найс, понимаю. Когда у меня в команде никто не играет. Хорошо, ну надо вот этого. Божечки, как он выжил. Хорошо, жаль, что Бара выжил. Жалко, не угадал. Не знаю, куда он, блин, канулся, но почти линка есть. Линкер уже на базе. Не знаю, Абиссал. Шестислотовым надо тут играть. Шестислотовым. Шестислотовым с Ларком надо будет тут играть. Без Дума. Хорошо, можно на базу вообще не ходить, есть у меня Линкин сфера. Цеплять бы по одному кого-нибудь, знаете, так и что-нибудь сейчас вот так спит жестко, типа Абиссал, Кираса, что-то такое. Вот Бара. Бара Лошара. Бара Лошара, стой. Под сейвы. Ребят, работайте, плиз. Ну, божечки, ребятки. Ну, все, ГГ. Божечки. Ну, что за засада? Что за засада? Глобалочка, все у меня. Ну, там детекшн стоял. Детекшн. Моя ошибка опять. Ну, понимаете, я веду свою команду в путь, в бой. И получается... Божечки, ну это я не знаю. На контрпик тоже. Ну, с Ларкой 50 секунд дефа. ЕС должен фиссурой как-то закрывать. Лок. Ой-ой-ой, ну это такое. Найс. Сейчас бы ливнуть еще с такой игры. Серьезно. Лагет. Найс, глиф не могу нажать. Никто глиф не нажимает, я залагал. Но минус мид, ребят, по моей вине. Тут, безусловно. Ну, я веду свою команду, я ее тащу, эту команду, и я, соответственно, могу за один мув заруинить эту команду. Потому что, ну, овер. Овер там много. Там одна кнопка нажимается, сайленсера я не забанил, только собирался сайленсера забанить. Одна кнопка и решается вся игра. А чё кнопки? Где? Ладно. Ладно. О боже, посмотрите, просто какой даун. Просто я не знаю, откуда столько ЧСВ. Посмотрите просто, как они выпендриваются. Ну, я хз, я хз. Посмотрите просто на мою команду и на меня. У нас на команду 19 фрагов, из них 15 моих. Понимаете?
И надо обязательно упендриться. Чтобы вы понимали, почему я не играю такие игры. Вот именно из-за вот этой темы с ЧСВ я поэтому не играю такие игры. Что они знают, насколько я хороший игрок. И, соответственно, побеждая меня вот в таких играх, они считают, что они... Что они оверсильные игроки и могут позволить себе рот раскрывать. Но я не знаю. Это такое, ребят. Так, ребят, ну, есть шанс еще, в принципе, победить. Минус мид. Ходят все за мной просто. Не знаю, что делать. На своей керасе я его убью, в принципе, даже с этой керасы. Мне просто вгрызаться в него и все. Ну, тут уже другая игра пошла. Совсем другая история. Инвокер 0. Шаман пушит. Ес тоже не может прыгнуть. Омник тоже из-за сайленсера. Там сайленсера я пик прогулял, ребят. Гуэнт. Рефреш, даггер. Лох. С рефрешем, с даггером. Зря ты торнадо даешь. Найс, торнадо. Классно, ну ФФ. Ну, тиммейт заруинил. Торнадо эти. Найс, торнадо. Ну, на этом, ребят, закончена игра. Мне кажется, этот торнадо все тут. Локер, no problem. Ну, я старался. Я старался. Вот как я в прошлую игру их выносил, рты были закрыты. А сейчас они выиграют одну игру, начинают рты так раскрывать. Знаете, чисто малолетки конченые, я не знаю, как их назвать. Ну, я старался, ребят. Я старался. К сожалению, ну, Silencer, скорее всего, перекрыл эту игру. Silencer. Потому что моя команда очень сильно зависима от... От этих. Команда очень сильно. Очень сильно зависит от сайленсера. Нажимается глобалка и все. ГГ. Ес. Ну давай, у тебя есть эхо, нет, эхо, нет. Ну хотя бы фиссурь там что-нибудь. Ну, ребят, ну не хочу так просто отдавать игру. Надо до конца такие игры играть. Что там бояться? Ужасно. Давай, дум под ГГ. Ну, такие, ребята, игры. Ну, помойные игры, если честно. Вот эта игра мне вообще абсолютно не зашла. Но я делал все максимально как мог. 0-11, 1-8, 1-9, 3-9. Моя команда закончилась. Соответственно, там команда все выиграла. Ну, такая катка.